Приветствую вас. Довольно короткий вопрос. Мы здесь разберем сейчас. Мы в браке 11 лет, жена хочет развода. Я не хочу разводиться, считаю, что мы все преодолеем. Жена просит дать ей время во всем разобраться самой. Есть сын 5 лет. Как мне себя вести? Жена записалась к психотерапевту. Я думаю, что лучшим решением для вас в этом смысле было бы самому вместе с женой пойти к психотерапевту вот на семейную консультацию вот и вместе как бы вот проговорить то, что вас обоих волнует. Здесь речь даже идет не о том, чтобы решить проблемы, которые у вас есть. Ну, проблемы есть у всех, да, как бы проблемы были, есть и будут, это факт. Я думаю, что вам нужно именно научиться решать проблему. А вот этого делать вы как раз не умеете, судя по всему. И вот как раз семейная консультация могла бы вот помочь вам этот вопрос решить. Ну, максимально, максимально корректно, вот, максимально эффективно, максимально быстро. Вот. Я думаю, что вот такой ответ вам можно дать, да? То есть, вот как раз, если мы говорим конкретно, да, о том, что вот вы можете сделать. Ну, в этой ситуации. Понятно, что могут быть разные варианты, и понятно, что у вашей истории есть как бы свои основания, да, свои как бы причины, свои нюансы, вот, свои тонкости есть, вот. То есть это безусловно, абсолютно. Но я просто думаю, что я думаю, что все решаемо. Вот. Ну, на самом деле, все решаемо. В этом смысле. Вот. И, собственно говоря, если вот вы разберетесь в себе, то есть вот как-то поисследуйте, ну, может быть, да, свою модель поведения, вот. Послушайте свою жену, вот, ну, то есть, вот. Ну, поприслушивайтесь к ней, например, к своей жене поприслушивайтесь, вот, старайтесь ее, вот, ну, лучше понять, то ситуация, в принципе, она может улучшиться, вот. То есть тут самое главное не считать, что это вот то, что происходит, это
проблемой вашей жены, только осознавать свою ответственность, брать на себя эту ответственность и, собственно, смотреть и решать, как бы вот то, ну, то, что вы можете, то, что вы можете, и то, что вы хотите делать в этой ситуации. Да, то есть как бы не нужно ни в коем случае себя как-то вот мучить, да, не нужно ни в коем случае себя насиловать, да, не нужно ни в коем случае делать что-то вот, ну, через силу. С этого как бы у вас, ну, в общем и целом, никто не требует этого делать. Вот. Но и в то же время, если, ну вот условно говоря, если жена будет как-то чувствовать, что, ну, что ее проблема, да, например, это вот только ее проблема и все, то как бы желание, ну, оставаться с вами, грубо говоря, у нее будет меньше. Вот. Поэтому здесь, вот мне кажется, такой аспект, вот, в первую очередь, вот, я бы вам, ну, хотел бы озвучить вам. Вот. То есть вот на это как-то, на это бы как-то вот хотел бы обратить вам, ну, ваше внимание. Вот, то есть занимать вот пассивную позицию, да, на мой взгляд, идея, ну, не самая лучшая, потому что так или иначе вашей жене, как бы ваша поддержка, ну, нужна, так или иначе. Так или иначе вашей жене там будет приятно, если вы там ее будете поддерживать. А для вас, в свою очередь, это будет неплохая возможность вот, самому как-то выразить вот то, что вас беспокоит, то, что вас ну, то, что вас тревожит, выразить свои переживания, выразить свои эмоции, вот, и, в общем-то, наверное, таким образом стать ближе к своей жене. Я думаю так. Я думаю так. Я думаю так. Я думаю, что, ну, вот в таком ключе можно было бы вам ответить. Вот. Потому что, ну, как бы, в данном случае, непонятно, да, в чем ваша проблема, непонятно в данном случае, в чем вот как бы ваши трудности, непонятно, из-за чего у вас, ну, возник конфликт, вот, вы об этом ничего не говорите, но тем не менее вот какие-то такие вот общие правила, да, они есть, они присутствуют, их как бы нельзя игнорировать, на мой взгляд.
Потому что, ну вот это важно. Достаточно важно. Вот. Если же как-то глобально подходить к вопросу, то вопрос того, как вам быть, на мой взгляд, решается, ну, как бы цель какая. Если вы хотите сохранить семью, то вам нужно ответить самому себе на ряд вопросов. Вот. Например, что для вас семья? Ну, вот, просто вот, что для вас семья, да? Вот. Что она для вас, как бы, ну, значит, что она, ну, какое значение для вас семьи, ну, вот. Как вы будете себя чувствовать, если, ну, скажем так, вот, допустим, да, жена все-таки решит уйти, потому что психотерапия, она вот, ну, довольно часто так или иначе, ну, приводит вот к тому, да, что люди расходятся. Вот. Не всегда, но так бывает. И вам, ну, вот, нужно в этом смысле, да, вот, быть как-то готовым к тому, что, ну, что ваша жена захочет с вами расстаться, все-таки, и так далее. Вот, если она, ну, решит вот свои проблемы, да, ну, определенные, вот, и, соответственно, у нее появится желание расстаться или сделать паузу. То есть это абсолютно нормально, но вот вопрос, как бы, в том, да, ну, готовы ли вы этом. Ну, не станет ли для вас это откровением, неожиданностью, в том числе неприятной неожиданностью, да? Ну, поэтому рассматривайте все варианты, рассматривайте то, что происходит сейчас, как возможность для своего роста, рассматривайте то, что происходит сейчас, как возможность для своего развития, рассматривайте то, что происходит сейчас, как некий такой способ познакомиться со своими другими сторонами, вот, как бы, да, с другими сторонами своей личности. Мне кажется, что это лучшее, что вы можете для себя сделать. Ну вот сейчас, по крайней мере, с точки зрения вот психологии, с точки зрения вот психотерапии, вот, и так далее. А не просто ждите, пока жена там решит свои проблемы и так далее. Это, на мой взгляд, ну вот, ну, на мой взгляд, это деструктивная позиция. Вот. Хотя, конечно, решать вам и только вам. Как тут действовать. Вот. Ну и ребенок, вот вы сказали, что у вас есть ребенок. Я, конечно, очень бы хотел понять, как бы, к чему вы это сказали, да, что у вас ребенок, то есть, видимо, вы тоже вот какое-то значение, ну, в это вот вкладываете. Но вот, к сожалению, да, пока что не совсем понятно, какое. Вот. Сохранять семью
ради, ну, ребенка идея нехорошая. Вот. Потому что никому от этого хорошо не будет, от слова совсем. Дети чувствуют себя еще хуже, когда понимают, что родители ради них как бы вот находятся, ну, в отношениях там, терпят друг друга и так далее. Ну, вот. Поэтому я бы не рекомендовал как-то сохранять семью, чтобы что-то. Я бы, наверное, знаете, больше бы рекомендовал в этом смысле обратить внимание на личность вашей жены. Вот. Ну, вот, как-то вот в целом. Да? То есть я бы больше рекомендовал обратить внимание именно на то, вот ваша жена, да, вот какая она, вот что она хочет, что ей важно, да, какие у нее желания, чем она живет, какие у нее интересы, как она изменилась, там, вот, ну, за вот это время, что вы вместе, вот за 11 лет, которые вы вместе. Ну, вот, и так далее. То есть я бы больше, наверное, на эти вещи постарался бы обратить внимание. Вот. Ну, просто потому, что мне кажется, это куда более, мне кажется, это куда более интересно, вот, куда более ценно и куда более перспективно для ваших отношений, чем вот то, если вы просто будете вот как-то механически пытаться свои отношения сохранить, но еще при этом там как-то вот, ну, там, не знаю, заставляя там свою жену, да, там, что-то делать и так далее. То есть, ну, я не говорю в данном случае, что вы там пытаетесь ее заставлять, как бы, на психотерапию идти, но я как бы понимаю, что это, скорее всего, ее решение. Вот. Но, тем не менее, хотелось бы вас просто вот несколько, ну, как-то вот предостеречь от этого, да, и хотелось бы вот все-таки, чтобы вы, ну, немножечко вот, ну, как бы в другом направлении чуть-чуть двигались. Вот. А на данный момент как-то вот получается так, да, что он, ну, что вы себе вредите. Вот. И на мой взгляд, это очень грустно. Вот. Как-то так, надеюсь, что мой ответ был вам полезен, надеюсь, что мой ответ был вам интересен. Буду вам благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой, позволит вам начать двигаться вот, ну, в сторону улучшения и, хочется верить, гармонизации отношений.
Удачи вам. Обращайтесь за помощью. Вот, мы вам с большим удовольствием, да, поможем. Вот, и может быть даже проконсультируем, если будет такая необходимость.